Да, все вроде запускается пока что. Ого. Да, сейчас прокатимся. Чё, на паке гонка. Версия игры 03.03.16. Новое последнее обновление. Все работает. Все пилит. Кофеечек. Что-то долго. А, ну весит там он много. Во, все, ядок появился. Ванька уже здесь, ты здесь, пум. Ну да, видишь, они что сделали. Сейчас, когда появляешься, уже кто-то со спойлером там стоит. Я уже, короче, пододел так. Ну-ка, понаряднее. Я на мастера сяду. Я так пока... что, бревна возить будем? Да, ты ездишь тут эти, как их, прицепы. Так, тогда я сейчас тележку еще зацеплю. О, а чё это он недоступен-то? Кто? Бортовой. А чё это я так поставил? Спойлер, короче, не канает с этим, с прицепом. Да, не идет. Тут-то я бороднулся. Я думал, симпатично сейчас так, это, со спойлерочком, с ветерочком. Так, а где все это дело-то? Ого. Так. Заправка, лесоповал, пилорама. Че, на заправочку? Да, две пилорамы. Ну да, потому что тут горючки-то. А ну горючки-то у них 600, нифига. Тут заправка, по-моему, должна быть рядом. Заправка. Да вот она, я уже здесь. Все, полетели. Уже на заправульке. Ой, я и точку сейчас открою сразу. Ну-ка, она за заправкой прямо. Хопа. Та-дам. Все открыто. О. О, ништяк, я заправился. Ваня прилетел. Да, я что-то в поворот не вошел. Блин, я не поставил эту текстуру круглую, не убрал в эту машину. Забыл, ты вчера собирался, блин. Да, забыл, опять вылетело. Я сейчас еще с собой возьму, тут 100 литров можно как-то, опа. Еще сверху поднакинул. Да, у меня тоже 100 литров есть. Так, ну что, никто не понял, что где тут эти пилорам, лесоповал. Лесоповал. Так тут, вот, я к нему еду. Тут тоже где-то рядом прямо. Так, я еду. Прямо вот на где-то слева он должен быть. А, вот он, заправка. Вот он махом сразу же. Я уже загрузился. Практически. Это ты метеор загрузился, только заехал на пилораму, лесоповал. Я, говорит, уже загрузился. О, блин, дела! О, Димон, ты как его не разглядел? Да я на Ваню смотрел. Я смотрю, ехал, дрям, прикурился. Да, что-то я как-то смотрел на Ваню, где он там грузит бревна, и на тебе поймал, короче. Так. Ладно, сейчас починю. Все, починю. Фарульки все поставил, там 50 очков. Нормально. Правда, куда дальше ехать, я не знаю. Ну, ужасно, куда ехать. Ой, блин, расположите, грузовик будет правильно. Правильно. Правильно у меня все тут правильно, ё-моё. А, у меня криво все. Да вот у меня тоже криво все. О, все. Я со второго раза загрузился. Я нормально загрузился. Ой, я выехал, короче, и жду, когда у меня появится эта табличка. Сейчас я вертанусь, крутанусь. Хватит мне угла разворотов. О, почти в притирочку. Ну чуть-чуть, ладно, к жестянчикам заедем, подкрасимся. Так, а кто знает, где тут, куда нам мчаться? Никто не знает. Так. Мы стоим туда, да? Ого! Налево, налево и сюда. Налево и сюда, о как. Блин, ну не могу я загрузиться. Да ладно. Вот это, я не знаю, ищи Урала, блин, с краном гони, блин. Да там не надо, там легко можно. Нормально там прицеп грузится. Да я понимаю, я его расположить не могу ровно. Ну так ты аккуратненько там. Так, нам надо сюда один вот, куда я еду, походу, вот сюда прямо ехать. Какие, они, средние они... или короткие у него? Короткие. Короткие. У него... Короткие. Короткие в бортовой. В бортовой прицеп. Ух, короткий. Блин. Да ты что ты будешь делать-то, а? Вообще засада, короче. Да я не знаю, все нормально грузится.
не скажешь на КамАЗ. Никак и не получилось? Да нет, все так никак. Реально что-то у тебя твилла стоит. Ровно. Ну ладно. Я тут уже колью натоптал, вот. А не бери. Вот, я встал ровно, все. Я тоже встал ровно, понимаешь? В чем проблема? Я встал так, ровно. Там, наверное, сбоку, наверное, бортовой, потому что никак. Я нажимаю я бортовой прицеп. Сейчас я возьму мана, парни, и подъеду. Да вон, Ванька ж нормально же на мане загрузился. Это я просто не могу нормально это. Блин, может его чем-нибудь зацепить бы, блин, функции. За что его зацепить? Да ну, тут ман тонет, я стою, смотрю, колеса уходят. Вообще тонет прям. Столько тонет, нафиг, лучше выбирать. А, тут столбик еще. Их. Офигеть, я застрял, а не вылез. Короче, я еще кругаля дам. Короче, пошел на очередной заход. Ага-ага. Пробую все выровняться, короче. Поеду по дороге, где дорога. Буду по дороге выравниваться. О. Может кто-нибудь подъедет, а меня за прицеп? Так, Дима уже сзади. Ванька, ну-ка дерни меня за прицеп. Это Дима. Ой, а это Дима приехал? Да. О, подожди, попробую. Вот ты ровно стоишь. Не, никак. Ну-ка, не, вперед. У него ось передняя там немножко. Давай, давай, трогайся вперед еще. А, мне надо отцепить, отстой. Во. Должен загрузиться? Должен. Не. Да ладно. Борода? Да какой бородатый? Блин. Ну-ка, дай-ка я рядом стану. Вот я на мане приехал, сейчас. Да ё-моё, вы чё, сговорились всё, что ли? Всё, ну так, грузится нормально, я загрузился. Что, я рукожоп, что ли, или чё? Да походу... Походу получается, ты как-то не так грузишься там. Опять на прикруг делает. Вот так прямо, я не поворачиваю руль, я вижу прямо. Вот у тебя ровненько стоит, нормально он должен загрузиться. Не, расположите свой грузовик правильно. Стрелочки-то есть? Стрелки сзади есть? Нету. Дёрни. О, все, есть контакт. Ха-ха. От радости. Ну ты дал, блин. Вообще прям ужас. Этому столику больше не наливать. Все нормально там прокатило. Все, что, куда едем? Зачем едем? Так, сейчас мы где? Сейчас мы тут. Нам надо направо, направо, направо. Это прицеп панул, Димон. Ну, потяжелее тут прицепом идет прям. Вот что идет? Чик. У меня не идет, потому что я третий раз еду. Я же накопал на себе. Че, погнали? Погнали? Что-то по грязюке туговато он в одноката. Повеселее прет. О. Что-то мы, может, не туда едем? А я не знаю. Ну да, мы едем маленечко не туда, походу. Так, о. Одна пилорама. Ну поехали сначала вот эту, которая в правом нижнем углу. Как раз сейчас по этой дорожке. Налево, да, вот туда? Да. Подданем. Приезжай по моей дороге, там меньше. Грязь только свистит под колеса. Хлюпает так. Ну да, без телеги-то он как бы так тут летел бы просто.
блядь, телега не дает о себе знать. Это как-то вы быстро едете, больно, парни. Так это ж мам. А по обочине он как-то это, поудачнее прорывается, чем по колее. Так. Прямо ехать, да? Наверное. Да, пока прямо пилим. Что-то грузит у меня камазеста. Кто-нибудь вид с кабины? А, Коль, сделал вид с кабины? У тебя панель грязная? Ну да. Такая же хрень. Я чистый вечером поеду. Это как бы это недоработка. А вот справа-то это не она, парни. Справа лесоповал и заправка. Сейчас я вам открою точку. Блин, я уже туда заскочил. Ну да, открылся. Ну, восьмерку открыли. Так. А, вот дорога идет, вот. Все, вот пилим по вот этой трассе. Ух ты, как бодро пошел-то, Димончик. Так он мне тут подрезал. Я его там прицепом в баню резанул. Ух, горочка. Вообще-то Ваня пошел. Ваня сейчас по-моему гаишников вызову. Ну тут туда едем, подожди, что-то колоссы. Так я не знаю. Да, правильно туда едем. Ой, я вообще засадил, пацан. Че, тебя дернуть? Да, походу, да. Все, подожди. Все. Что-то я плотно там подсел. Вообще хорошо-то тогда. Вот это тут какая-то. О, вышел, нормально. Вот. Останавливаться нельзя сразу. Теперь, короче, я засадился. И все, и опять зарыло меня вообще, парни. Ребят, там нельзя стоять. Ну да. А он назад нормально у нас. Пошел назад. Назад, да, он выходит. Такой лови. Что там, Колян, тебя дернули? Да, все. А вон там что светится, нам не направо вон туда вон. Нам направо, направо, да. Покажем, мы проедем. Я вообще вон понижаечку включил и топлю потихо. Я на автомате стирать. О, я, кстати, и не включал понижайку. Может, он бы на понижайке нормально ехал. Что-то да. Кстати, вон. Я на пилораме. А, да? Смотри, на понижайке как хорошо идет. У меня он уже и на повышенность с бугорочка пошел. Едет. О. Он копает на повышенный, грязь летит. Мама, не горюй. Вообще пню. Ёбут-палы, давай вперед. Так, это что, на эту пилораму надо еще есть, да? Парни, да. Надо меня, наверное, тащить. Давай попробуем. А не, во, вроде пошел. А, все нормально. Вроде вылез. Да, на автомате он прет. Так, надо встать где-то дерево ближе. Дима и прицеп бросил. А нафиг он нужен, все равно сейчас туда к гаражу можно газануть. Почему гаражу? Тут же пилорама рядышком. Ой, лесоповал кто-то рядышком. А где рядышком?
Так вот же заезжали на него. Вот заезжали. А, надо одну телегу кто-нибудь оттащить и докидайте прицепы. Вон он как без прицепа-то лихо чешет. Ну я вижу. Как грязище-то вообще. Где там гоняешь, блин? Вообще он нар... Ах ты, ебаный. Поймал. 605 урона, прикинь, с одного удара. Дефолт бы просто уже умер. Дефолт бы зачах, наверное, да? Что, получилось только? Надо выровнять. Сейчас выровнять. Сейчас грибборд правый выровнять. Ох ты, как прыгает. Сейчас левый, да ты что? О! Вроде так, вот так. О, ха-ха-ха, вот это ты там, Димыч, чудишь. Парни, кто поможет? А ты где вообще? Я вот столбиком стою. Прикинь, я вообще, да? Вот это он ставил. Камеру да, никак. И ничего не могу сделать. А за морду ты не достаешь? За морду сейчас зацеплю. Теперь перевернешь его, нет. Сейчас уровень поднимешь. О, как нагибается, только не в ту сторону. Надо тебе было все-таки записывать. Так я записываю. Да? Да. Вот такая красота. Вот это столбик. Отцепи прицеп, шандарахни в меня машиной. Сейчас. Так, прицеп-то надо было тебя тащить, наверное, не? Да, нормально здесь я цеплюсь. Сейчас я вылезу отсюда. Только ты также не стань столбиком. Вообще нормально, я воткнулся. Тебе прицеп, наверное, будет мешать, не? Ух ты, морду испачкал у себя вообще. Эх, не успел. Ну да. Как раз тут какая-то ямка такая, да? А я, ну, я уже накопал там. Попробуй с другой стороны, сбоку может, не? Сейчас попробую, ага, сейчас по свежачку, может, пройдет. Ты сейчас эти развернусь. Старые калины не едь. Так, КамАЗ так и светит, стоит в небесах. Как там, небо-то синее? Да походу, синее. Да он стоит как вкопанный, Димой. Блин, а что мне сделать-то такое? Хоть бы завести бы его. А у тебя... Он не заводится? Не-а. Если бы он заводился, я бы уже за что-нибудь зацепился хоть там. Коля, уходи. Коля, уходи. Коля, уходи, сейчас я ему долбану. Я уже здесь. С другого краю, что ли? Это что было? Давайте, может, лебедки за морду хватайте как-нибудь, может, что-нибудь получится. Куда-нибудь-то хоть он упадет. Так ты лебедку дал. Во, нормально. Ты еще за бочину меня взял, сейчас я упаду. Да. Так ты не принял лебедку? Принял. Кто-то же меня тянет. Я тяну. Вот теперь тут боковые есть эти уши, можно за них цепляться. Ага, сейчас. Так и... я за него за боковое зацепил. Да я видел, да, что сейчас можно будет за другую боковую. А, вон схватить. Ты как встал.
Да, так я говорю, сходу я туда наверх заскочил, и он оттуда сверху упал жопой в этот. Так, где там у меня точка? О, вот за вот эту. Вот, Ваня, зацепи меня за бок сверху. Или кто-нибудь, кто там? А, ты хочешь протаранить? Попробуй колеса в обратку увью. Да, о, подожди, стой, сейчас. Ваня, за пузо меня пусть схватит. За, о. Во, давай, тяни, тяни. Давай, тяни, на крышу меня ставь сначала. Давай, 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 а потом за другой бок там перехватишь. О, а чё отцепил-то? Я не отцеплял. А ты чё-то это, пропадаешь. Принимай лебёдку. Да, ты пропадаешь. Сейчас себя перевернешь. Перевернешь, перевернешь, точно. Сейчас будет еще один неваляшка, наверное. Тут ты пропал. Так ты проехал через меня, так, конечно, пропал. То что сейчас намутили эти фигни с текстурами опять очередными. Там Ваня мешает. Ваня, отъезжай вперед. Ваня, отъезжай. О, я завелся. Я тебя повернул уже. Вот сейчас его можно брать и... Все, все нормально. О, вот это свинья. Вообще пипец просто. Тихо, 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 тихо. Все, бери себе бревна, поехали. Такой вообще грязнуля. Зад так вообще весь нет. У меня бог тут, я скрин сделал вообще весь чумазый. У меня бог там черный, блин. Ну. Поехали, не спала. Поехали. На пилораму. Вот Димон тут по беспределу сжигает. Ничего, мне вообще бочина. А ты брюн? Брюн это взял, она взял. Я вообще не вижу, куда ехать. Вау! Красиво было, кстати. Хоть машину помоют. Там одно колесо только торчит чистое. Зачем посигналил, застрял? У вас то быстрее разгрузится, что ли, не пойму. Ха-ха-ха, я успел. А у меня это нет, не появляется. Вот? Не появляется. А, появилось. Так она полная, потому что. Все, закончили? Все, я прицеп. Туда надо ехать грузиться и на вторую ехать. Я прицеп скинул. А я другую машину возьму, там в гараже. Не хотите, но других попробовать. Да я вот тоже на мастера, наверное, сейчас пересяду. На техничку. Ха-ха-ха. Ты на техничку тоже сел? Да. Я тоже. Техничка тяжелее, я на это поеду. Ай, блин, я не поставил на нее аддоны-то эти. Я поеду в гараж обратно. О, я прицеп не подвижу теперь. Я тоже и прицеп забыл, а домик почесал, короче. О. Где тут заправка? А, вот он. Мне кажется, как КамАЗ бодрее, чем МАНОС. Ау.
Ох, это если ты... А, это Коля, ну, Дима. Если он вон поставит свечку в машину, мы ее не дернем никогда, блин. Я думаю, он на таком же сейчас поедет. Да? Короче, ребята, что я от вас отстаю? Ралли Париж Дакар. Ух, как он тяжко тут в грязюке идет. Ваня тут что-то стоит за углом. Ой, я приноровился, короче. Его уже КамАЗа с первого раза выглядит. Ну я хотел на КамАЗ сесть, техничку. Что-то Дима услышал, там тяжко по грязи идет, думаю, нет, нафиг. Че, вы грузитесь, я вас на дороге жду. Я уже. Я буду мучиться. Так, тут-то мы куда сейчас едем? Налево-направо? За мной, короче. Тут смотри, где-то есть такие места, как такие впадины такие вот там, в грязи. Там вообще туда лучше не соваться. Ага. Чё ты там, Ванька, загрузился? Да. Все, полетели. Давай, кто там первый? Блин, ночь сделали еще темнее. Да, еще темнее стало. Даже уже раньше тут с выключенным светом было что-то видно. Сделали сейчас небо голубее, ночь темнее. Так вот, наверное, мы туда и едем, где дорога плохая, нет? Да. А, судя по всему. О, надо было вот сюда, в бугорочек, ребята. А ты мы там поднимемся? Однозначно. Ралли Париж-Дакар. О, где-то Димончик потерялся. Я сзади за Ваней. А то я скрин делал, что Ваня увидел, тебя нет. Я пилю. Ох, Ваня, пододвинься! Загнал меня куда-то на гору, вообще непонятно. А где Кольчик пропал? Да я вперед уже учесал. Я тут уже возле заправки открываю эту точку. Ох, я заглох. Горючка кончилась? Нет. Я же на пониже шел, остановился, газ дал мне. О, вон я поляна вижу. Я куча вас завел, как Сусанин, не туда. Че, вообще не туда? Не знаю, тут сейчас будем смотреть. Так, открыто это. А, так мы где-то рядом. А, нам придется объезжать очень много, походу. Нам надо, знаешь, куда пилить, короче. Сейчас вот по дороге пилить в итоге. Ну и поехали по дороге, чё. По дороге? Ну да. А я уже вниз собрал. Был бы день, я бы вниз бы поехал. Скачурить? Да. А так, ночь не видно ничего. Ну да, как бы там не угадаешь здесь деревья. Хотя так, можно было, наверное, скачурить. Так, по дороге вниз. Что-то кругаля сейчас навернём, получается. Ваня, не пихайся. Ну да, там не проехать, мне кажется. Поехали, ладно, кругаля сейчас. Оно по хорошей этой дороге, он быстро побежит. Вау, вижу, у меня груз потерян, короче, я тут разогнался чуть-чуть. Ой, его. Ваня, походу, тут даже. Я там сейчас на лесоповал побыленькой смотаю. Так, бревно валялось только что-то. Вон это еще. Мои бревна. Вон еще бревно. Так, я не потерял бревна, я красиво летел. Ну, тебе повезло. Ладно, я вас сейчас догоню, я рассыпался. Тихо. А что? Документы, ну все. Ну сходи, узнай, может есть синий. Дим, пойдем покурим, пускай пока он грузится. А где мы потом будем искать? Надо хоть, нам все равно, он у гаража будет грузить. Иди на работу. Выехать. Я уже на работе. За это деньги, да, мне не платят за эти деньги. Вот видите, ребята, что говорит жена. За это деньги не платят. О, вот она, это как раз грузит она, нет?
У меня КамАЗ тяжко пошел. Так, нам налево надо как-то. Мы что-то нифига не налево едем. Вань. Что-то как бить. А вы за мной поехали? Я за тобой еду. Да, ну, поехали. Я так визиться поехал. Дорога походу. Вот. Ну, сейчас я посмотрю. Во, все, я на нее встал. Ну что, я пошел курить? Я пошел курить уже. Ага, я пока загружусь. Давай грузись, покурим быстро. Я тогда что, камеру этот видос вот остановлю, да? Ага. Попробую, лишь бы не выключить его совсем-то. О, я включил запись, все. Так, что, куда поглядели, едем-то? А, ну мы прямо-то по дороге по этой не получается и приедем. Да, туда. Прямо по этой дороге, а там немножко правее берем. Это меня вообще не едет. Да, тут грязинка пободрее такая. На двоечку я поставил, у меня ползет. Тут видно грязи поменьше с этой стороны. Она сама едет. Догонишь. Коль, ты там что встал? Да я ползу потихо, и что сразу встал? Я на пониженный. Вот на автомат. Вот оно это место. Вот на это место. Давайте вдоль деревьев сюда. А то потом не к чему будет привязаться. Сейчас Ваня ты там засадишь. У меня же КамАЗ. Так. У нас у всех КамАЗ. Сайт такой. Или ссылка на фильм такая. Это значит, ты нашла на таком сайте. Посмотри на том, на котором я тебе первый раз включал. Сейчас посмотрю. Сейчас доеду. Мне тут чуть-чуть немножко. Доедет. Я походил сел. Так, подожди, я тут до дерева доберу, чтоб мне потом вылезти. Мать, ползу даже. А зацепишь его тогда, вот тут дерево есть, вот туда до дерева доползай, потом прицепом Ваню зацепишь. Да. Даже дальше надо, чтоб тебе потом можно было зацепить. Или я давай тут тебя подцеплю. Да сейчас я вот. Чуть-чуть потихо преодолеваю препятствия. Их! Их! Все? Закопался. Я тоже закопался. До дерева не дотягивает. Ну попробуйте, давай не дотянешься, нет? А, вот, до другого дотягиваю. Сейчас. Дернусь чуть-чуть. Я тебя могу вот тут. А, я тоже не достаю тебя. И до твоего прицепа. Я до дерева-то не дотягиваюсь, до твоего прицепа. Давай я немножко сейчас. Подъем маленько назад. Сейчас вот Ваню попробую поддернуть. Потихо. Ну вот, я сейчас до тебя достану. Ты туда Ваню подтягивай. Потом тянет на меня. Вот, я до тебя достал. Давай я тебя вперед подтяну. Я тебя посыпу в упёрся куда. О, так, где там Ваня? Я здесь стою. О, просветлить будет. О. Так, на нейтралку ставишь, он так тарахтит прикольно. Не ставил? Нет. А реально такой КамАЗовский звучок. А думаю, что не доехал. Прицеп уперся в полин, точно. Ну что вы там лезете? Я стою на том же месте. Я вот вылез, да как это на том же? Ты подальше я тебя пройду. Чуть подальше. А, парни, нам же все равно не хватит еще одного этого. Да.
Давайте, у меня там ман с дровами стоит, я сейчас сюда же поеду. Пересяду, подождите. Хорошо. Так, а куда мы поехали-то? Так, это нам надо направо сейчас тут как-то. Два КамАЗа идут, дровень. Растяги. Сюда. Что ты вот мне зеркало взял, оторвал, Ванька? Пол кабины поцарапал с водительской стороны, а? И скрылся с места на КП. Ладно, я отскочу там, посмотрю, что-то у матушки фильм не работает. Давайте я сейчас пока как раз ману сюда тащу. Ляпка. Водить меня поспит. Какая-то рожа страшная. Чего? Водителя рожа страшная. Да это он просто это, ему плохо, просто очень. Он спать лег. А? Спать лег, я на него смотрю. Так рассвет, что-то рано, он у тебя спать лег. Соляру натырил. Сзади меня КамАЗ стоял с техничком, пошел, слил соляру. Он у меня слил соляру? Ну, я говорю, как мастер сзади стоит, техничка. Да я думаю, куда у меня тут уже это, пару сот, полторы сотки солярки-то делал, слипер. А ну что, в кабину села, уже запахло солярой, блин. Подъем, так подорвался. Ой. Так, я там вроде допилил анимацию на этом, на Петербурге. Но ты говоришь передние колеса, это, Вадим, говоришь, вперед продернуть передние колеса, они стоят ровно по балке. По балке? Это в крылья не попадает, что ли? Это как бы да, это вот именно крылья не попадают, туда надо пилить какие-то колеса. А колеса ж есть у меня вот, которые на том. На другом. А там какие? Там кразовские же, по-моему. Нет, это там просто кразовские, у него есть свои. А-а-а. Только я их не конвертил. Там есть у него свои такие, как шоссейки. Угу. Ну, в принципе, я не знаю, попробовать их отогнать немножко вперед, как бы, поворачивать рулем. Ну, это вот завтра уже это, паха текстуры отдаст от него. Ага. Надо, да может посмотреть, там может мост как бы пилить туда. Балку убрать это. Можно попробовать. Мост. Пилить моста туда попробовать, чтобы он полноприводной был. О, опасно, как тебя так на бочок ловит. На подъемчике. Отцепиться можешь помочь? Не, нормально, я тут я на понижайке на три палочки пилю нормально. Это я тут последний стою, наверное, да? Да. Ну сейчас я, короче, на него пересяду и на веревку возьму сам себя. Так, мастер техничка. С
все, есть нормуль. Поехали. Поехали. Ой, 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 это чей там был прицеп? Это мой. Вон, можно, так можно сейчас и на этот сразу перескочить на карту гонки на Витину. Еще прокатиться. Сейчас это довезем, как бы, и сразу перейдем. По карте кто-то выйдет. На ту перейдем. Можно, можно. О, видишь, в принципе, функциональные, как бы, да? Машинки так как бы везут, нормур. Да. Как бы, тоже можно играть. На дефолте здесь бы сложновато было бы по карте протянуть. Да я думаю, на дефолте вообще бы было тяжко. Вот эти-то вон еле едут. Да. Так, внизу направо, да? Да. А там, кстати, там, кстати, тоже, по-моему, грязюка такая жесткая. А что-то вон Ваня уже, походу, встал, нет? Нет, ну, лес. А я думаю, чё он не едет? Я на пониженной, на двоечке еду. Чё-то думаю, как... О, вот она ямочка, походу, вот она болото. На автомате летел, попал в ямку. Я потом в какую-то ерунду влетел. Вот это тут грязище. Ай, а вот самый надо грязь полезный, да? Я да, как всегда, че, я ж люблю такие злачные места. У меня техничка вся вообще чумная. Ну, я потом заехал. Так, надо мне на мана пересесть, еще мана подкинуть. Ух. Кто-то меня протаранил тут. Это я так, чуть-чуть немножко. Сейчас еще мана сюда. Ай, он прицеп загибает. Ты че, с прицепом не ездил ни разу? Ну, сейчас Ваню там положат, наверное, с КамАЗа. Да нет, пытаюсь. Ван, смотри. Короче, на. Я скидываю прицеп. О. Ой, блин, я сам чуть не скинул прицеп. Надо разгрузиться. Я нажимаю. Так. Пересесть. Это в поле толкаю, он даже не сидит. А мышка там, я ее не забирал, она у тебя. Чё? Ты чё там еще не раз... А, ты еще мастера не разгрузил? Сел, что ли? Нет. А, ты скринишься? 45 минут. То разгружаемся. Ой, это менюшка. Да, давай менюшку. Чё, создавай? А кто создаст? Игра, давайте я создам. Так, гонка. Гонка, сейчас поставлю, сейчас всё. Левел гонки, кто-то, короче, играет в гонках, прикинь. А, это я к вам зацепился. Наверное, кто-то играет. Ну чё? Выставляет все, которые там есть, болиды. Да-да. Все туда. Было, можно автобусы запоставить. Ну да. Скачивается. Все отлично. Все так, отлично. А что правило один напомни, что кто это, кто первый скидывает запаску на последнем гараже, на, ну на это, в конце круга, который гараж, да? Ну да, разгружает кто. Ага. Так надо же укомплектоваться сразу. Давайте, давайте. Кто на чем поедет? Че, мам, что такое? Что случилось? Я на Так, большой выбор машин. Ну, ты нашла, да? Да это ничего страшного, ну материться и материться. Вот сюда нажимаешь, вот тут открыть в окне. Он сейчас прогрузится вот здесь. Он нажимаешь, вот тут открыть в окне, и он А, вот он уже открылся. Настройка плагина. Сейчас, ребят, я тут это... немножко отвлекся. Угу. На другой компьютер. А, ну вот он. Он вот сюда нажмешь, он сейчас прогрузится. Он полторы минуты пишет. Нажмешь он туда, и он будет все показывать. Так, а на чем поехать? На Тритоне, может, поехать? Выбирайте.
Ах, Ваня, Ваня. Ваня взял Татру. Я вот на этом поеду. Ваня, ровняй морду. Так, а запаску-то взяли? Я, да, я взял. А Ваня, не знаю. Ваня, ты с запаской? Да вроде взял я. Да, взял. Да. Все, я тоже вот укомплектовался. Ты на кразе? Смотри, он может перевернуться. Ну что, поедем на гудок или на что? Так, да, так через скайп отсчитаем. Ха-ха, ну давай так, что отсчитывай. Ну давай, я буду считать. Давай. Ну давай. На три поедем, да? Раз, ну. Два, три. Три. Кто-то свистит тут у меня рядом. А, это Кразон, да, свистит? Это да, это Кразик мой посвистывает. Что-то, блин, я, наверное, с технички-то погорячился. Хотя не факт. Что-то нифига вы втопили-то. Ого. Быстрые парни. Сейчас, мам, сейчас. Вот вообще. Татру сделал. У меня Татра потухла тут. Парни! Первый чё? По-моему, кто-то курит бамбу, хлопцы. Ух! Ой, ходу, ходу! Ходу! Я сейчас еще выйду, подтолкну своего Кразика и обгоню тебя. Что-то меня тут нифига Краз-то, смотри, чешет вообще. Тут малейшая ошибка. Смотри, Паша тоже так бодро меня, помню, сделал. В итоге завалился на бок и все. Ваня тут на пятки наступает. Обогнать не могу, тут творит, но прижимает. Ну ты, Ваня, куда ты? Ладно, пошел на трамплин тогда. Просто верхом я пойду тут с ним еще. Тут Коли кидает. Вау-вау-вау-вау-вау! Все, пипец, короче. Что, завалился? Да. Тебя вытащить? Ты не достанешь меня. Ну что, не ты хотите? Там под мост ушел, наверное, да, Дим? Да, да, причем в самом конце моста там я завалился. Вову вшпилили-то, блин. Че, не хотите? Мам, я чуть... Кто-то еще ушел, короче. Не хотите восстановиться в гараже, нет? Ну давай восстановимся. Так, сейчас... Я так красиво шел. Да ладно, я тебя это... Подождите тогда, ребят, пару минут. Я сейчас гляну, что там мадо. Давай я сейчас туда запись остановлю, покурить тоже сбегаю. О, все, включил. Очки, запаска. Да, я промонтировался. Мне еще манна готовит. О, как все ровно стоим. Ну? Кто считает? Давайте. Раз. Так, а чё, кто считал-то? Я считал. Ваня гудел. Я гудел. Просохатил этот момент. Но все равно не упустил, ты смотри. Чё-то смотри, красный. Ой, вы чё, парни? Мастер должен победить. Да, вообще мастер не толкал как бы. Ой, кто меня тут разворачивает? Ты что сделал, Колян? Ваня, ты что там без предельничаешь? Вогнал меня в дрова. Да я сам березкой снял. Коля, отпусти меня. Что-то вы слиплись там, что ли? Ну. Пока вы слиплись, я успею подремать. Коля, отпусти меня. О, Ваня вообще боком. Говорю, как там закупились, это вот опять что-то там сделали на стройке или вот, в обновлении. А ты, Димон, где? Да я сзади тут.
конечно, подремонтировался. Что-то тут все как-то тяжко едут. Мы уже тут кали, что ли, поднабили. Все где-то все рядом. Ух! Сейчас я, блин, парни вас догоню. Я кустами кулик прижимаю. Сейчас я вас догоню. Ух, догоню. Не забудьте на первой или на второй заправке заправиться, а то не хватит до конца. Такое местами, такое ощущение, что он заднеприводной, этот Кразик. А ты дифференциал-то включил? Так, включен. Рули аккуратнее. Тут главное газ и руль. Газ и с руль? Да, и с руль. Сними с руля, я не с руль, я сними, не мурашка, ага, да? Ага, тоже вспомнился этот старенький анекдотик. Снимите, говорит, этого с руля. Я не с руль, я чебурашка. Так, вот мост это, смотри, Ваня, осторожненько, чтобы не свалиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да чё мне везёт сегодня, парни, я что, опять заводился? Ну, прям на самом конце моста ушёл. Ну, ё-моё, ну что же вот. Всю гол... опять рестарт. Давайте, может, опять в гараж я. Так, я уже тебя вытаскиваю. Я уже тут подъехал. А я уже в гараже. Да. Да, сейчас грязи вообще будет на старте, супер, там, каша. Так, возьмем, наверное, мана. Как говорил, возьму тут мана. Ой, что-то не могу в гараже восстановить. Пересел в другую. Твою дивизию. Пересел? Там, не вернулся, Колян? О! Вернулся? Да. Ну что, теперь ты считаешь, мы уже все считали. Так, ну дайте я выровняюсь там с вами. Давай. Опа! Ну чё? О, два. Один, поехали! Эй! Что-то тяжко. Что-то полное как-то. Ладно. Так, надо просто дальше уходить тут. Надо, да, вот эту кашу сейчас, пока тут все эти проскочки подождать. Ух, Ваня пошел в дрова. Ваня вообще там, Ваня. Да что такое? Только выровняй. Так, надо быстрее, пока ты меня мастер не догнал. Я тут все учесал. Так, ну что, сюда боком. Боком. Все, я заглох. Размесили тут вообще уже. Я говорю, да, тут уже не спи. Представь, если не на первом круге все это делать. Ну. Тут вообще будет мясо. Мясорубка. О, Ваня уже чешет, догоняет. Да я купил. По бровке как-то там пошел. Ну зачем там творится с Колей? Колян там что-то дрифтует тоже. Ай, подкидывает. Я же говорю, такое ощущение, что задний приводной. Ух, я прыгнул тут на КамАЗе. Что-то вы опять как-то больно шустро едете там. Колян опять лидирует. Да как всегда. Все у него там дрифтует, а смотри, какой первый еле, да? Я просто еще вот когда тестил, помнишь, ты мне только скинул, я на УАЗике прокатился, мне вот этот самый бодренько понравился такой. Я уже отремонтировался немножко. Где Колян? Ты Колян уже уехал? Я уже на мосту, короче. Ё-моё. Ух, бам, все, с моста съехал, спрыгнул. Прыгнул, не съехал. Я думал, свалился. Не, аккуратненько прошел. Они как-то сделали сцепление сейчас с мостом, по-моему, опять как-то коряво. Он вообще как на катке катается, блин, по этому мосту. О, а тебя тут и нет? Ты уже где-то, нет, походу, далеко? Я уже лужки проскакиваю, вот еще последняя лужка и подъемчик. Да ладно. Ну да. Я тут тоже уже по лужам пошел. Ох, эх, я вот на подъемчик забрался. Мы где-то недалеко. Вот проезжаем. Мы где-то тут недалеко. Я Ваню вижу, Ваня слева тут пилит.
Ой-ой-ой, затянуло, что-то меня занесло чуть-чуть. Березку не прикрылся. Давай березку не прикрылся, мы тебя догоним. О, я тебя вижу. Летает, он не видит. Мам, легкий такой разворачивает. О, вижу, вижу тебя. Сколько тебя догоняет? А, нет, далеко. Этот Диман где-то у нас. Не бойся, мать, я уже... Я вижу, вижу. Я уже сзади. У меня уже вот она первая заправочка, ребят. Переживай, мы тут тоже с горки идем. Ты уже даже и заправился, наверное, да? Не, вот только-только. Так а что ты ждешь-то? Стартуй, вот. Сейчас мы тебя обгоним. Заправился, заправился. Да я вам это думал, вас подождать. Дать фору. Ваня, давай, я на вторую заправлюсь. Его можно на вторую заправить? Сейчас у меня вес автомобиля должен быть меньше, баки пустые. Главное тут сейчас наверху нормально проскочить. Ваня, ты где? Я вижу, вижу тебя. Главное, что я вижу тебя. Дима, ты уже выбрался на второе место? Да. А, вон за мной поднимаешься уже. Надо дальше сваливать. Вот я зря останавливался, ждал вас. Ой-ой-ой-ой-ой, потянуло дерево треть. Е-хей! Ух, Тимка! Вот так вот! Вот так вот, парни! И вот он, лидер! Под названием КамАЗ-мастер. Ух, что-то тут меня дрифтануло, тоже потащило. Кто мне там говорил, тут надо сбавлять на поворотике? Ты сбавил? О, вот он, ты сзади, ё-моё. Блин, мне сейчас надо заправляться. Я уже точно потеряю лидерство в гонке. Где вторая заправка-то? Ёлы-палы. Боком затянуло. Вау. Я погнал, погнал, погнал. Где заправка, ёлки-палки? Хватит топлива? Да, 21 литр остался. Ну, у меня стоп в запасе есть. Ой, 78, вру, 21. Блин, повороты такие, блин. Что-то я вообще никого не вижу. Блин, я боюсь, назад боюсь оглянуться. Сейчас оглянусь куда-нибудь. А я вот Дима газа поворотом. Метров на 100 впереди идет. Я уже через реку маканул. Вау! Обалдеть! Что там такое? Блин, все интересно пропускаю. Опачки! Колян там нырнул! Ну что, может давайте на два круга? На первый не будем разгружаться. Ну давайте на два круга. Так как не вас догнать, блин. Коля где-то мне тут сзади в пятки, я только что видел, он прыгал. Прыгал. Так, мне-то что, заправиться надо, умудриться. Ай-яй-яй-яй-яй. Где заправка-то, ёлки-палки? Ух! Тут еще вообще можно это самое устроить. Знаешь, доезжаешь на этой машине, пересаживаешься на другую, попрыгивает. Эстафету устроить, прикинь. Кстати, вариант, да? Да, можно приколоться. Давайте на следующем круге меняем тачки. Едем на руки. У меня искры херачат, я разбил машину. Ого! Я что-то заболтался, уже Колян тут приехал. Ё-моё, где заправка-то? Блин, за каждым поворотом всё жду, когда заправка будет. Да, блин, Колян вгоняет меня в деревья уже. Да вроде поширше брал, чтоб тебя не зацепить. О, вот тут заправка. Вот она, за поворотом заправочка, Дим. И Колян уходит в лидеры, да? Не ушел далеко. Врезался в бочки на заправке. Давай, 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 заправляй. О, заправил. Еще пидстопщик какой-то медленный, долго заправляет. Ну да, он долго думает.
Ну напрямках-то я тебе должен сделать. А, я опять с дерева. Еще один удар. А, нет, 5000. Смотри, как раз как чешет, а. Я его вижу, но догнать как-то не могу. О, я на заправке. На второй? На второй заправке? Да. Так ты рядом, получается, где-то. Я только что заправлялся. Да, я слышал. Колян, Колян. Я тут. Не-не-не, мне тебя тут не надо. Я тут. Ух! Ой-ой-ой-ой, вот сейчас ты меня походу обгонишь. О! Ну вот если б я бы вписался в поворот, ты б меня бы догнал. Да я тебе и так уже в пятки дышал. А ладно, ты в пятки дышал. Ух! Как пошел я хорошо в дрифте тут. Поворот вскочил. Вау! Ох, вообще красиво я опять зарулил. Чисто на шарика проперло. Думал, все, сейчас дерево сыпану. Воу-воу-воу-воу-воу! Где вы там? Я уже боюсь оглядываться. Я боюсь оглядываться просто. О, сейчас вот будет тут место. Ну-ка. А, вижу, Коляна. Вау, я что с боком тут езжу? Нет, нафиг я на татру сяду. Пени ее. Татру потяжелее. Круг потом пересядешь. О, так мы уже круг что ли проскочили? Нет, нет, круг вот сейчас. Тут еще после прыжка будет только. Я уже по прямкам тут. Воу-воу-воу-воу, а меня, короче, затаскало, ха! Я тебя упустил. Сцепления нету на асфальте, вот на мостах вот плохо. Вообще прям, ага, как на льду. Ох, я прыгал, как вообще ровненько. Просто на ура. И застрял. О, вон Колян, уже я крышу твою вижу. Ух ты! Бум! Вау, досмотрелся назад, ёлы-палы, ушёл. Давай, командец, иди. Всё, я на асфальте. Ты говоришь, не прыгай, не прыгай. Мы только асфальт прошли, он тоже недалеко впереди от меня. Да, я тебя видел. Чё, пересаживаемся на другие тачки? Ну да, второй круг на чём-нибудь другом уже. Давайте, я же мана возьму. А, так это надо на него колесо ставить. Да, полностью эстафета, короче. Филис есть. Ман. Покуль. Давай, ставься. Дорог грожишь. Вау, завести. Все, парни, я полетел. А как это колесо, как оно на мане называется? Так и называется запаска, наверное. Ман. Ман запаска нету? Нет. Смотри, там маячки. А, запаски тут нету, тут кунг открывает. Кунг открывает. Кунг? Да, кунг или вот этот спойлер. А, спойлер открывает, но все туда я и кунг. Ух ты, Ванька, зажал меня жучара специально, и, да? И кунг тоже открывает. Ну я со спойлером поехал. Я со кунгом пойду. Да, зажал, я сам не могу выехать из этой машины. Ванька сам себя там зажучит. Да. Подождем, может, Ваньку. Давай попробуем. Блин, ночь наступает. Ванька, ты-то где? Я выехать не могу среди двух машин. Пересядь на другую, чё ты, ё-моё. Я сам себя зажал здесь. Ну чё, так-то, Колян, прикольно, да? Не, ништяк. Четверока тут вообще... О, вон он и Ваня, поехали. О, газу до отказу. По итогам первого круга Дима лидер. Я опять в это дерево въехал. То, что первый раз въехал. Все, у Ваньки надо права забирать. Нет, Коля тяжелее будет, он на мане едет со спойлером. Да нормально лезет.
прям вообще отлично. Бля, там что-то догоняет меня уже, смотрю, даже. Да уже раскатали колею, блин. Ну да, аж тянет прям колеищу. Что там, верхом махануть, что ли? Пошел я через верх, короче, по верху. Колян, ты что, где, сзади? Ага. За мной? Ну да. Блин, надо тогда тут аккуратненько, чтобы не развернуло где-нибудь. Я только мигалки вижу издалека. Далеке мигалки. Это уже хорошо, Ваня. Ну да. Мигалки уже хорошо, значит где-то недалеко. Ух ты, ух ты! Потащила меня тут на трамплин. На трамплинчике. Да вообще тут на трамплинах таскает, ну. Вау! Я вон сам от Димы только мигалки вижу. А те уже. Ой-ой-ой! Что там? Крутануло его. Меня тоже там крутануло. Я думал, ты если не ошибешься, то проскочишь. Да вроде это. Выровнял. Блин, у меня тут же крутануло. Красиво. Вон ночь пришла, вот сейчас вот вообще будет жестко, короче. Да что а такое? Димка-то трассу знает, он первый чехлит. Так правильно, мы тут сколько тестировали, когда вот это все делали? Три недели мы тут каждый день гоняли. Три недели на разных машинах, плюс разные регулировки. Все, короче, ребята, я в откос ушел. В смысле, вообще? Дай меня с моста скинуло. Че, возвращаемся в гараж? Ну давай до гаража, ну. Давай. У меня 3000 урона. Так, на мане я уже ехал. Возвращайся, Вань, в гараж. Давай опять со старта, это уже решающий будет круг. Пересяду-ка я, давайте, на краза попробую. А я тоже обратно на краза хочу. Где там у меня краз? Раз-Дакар. Вот он. Звук у него, да, вообще звериный такой. О. Блин, кто там толкается-то? Ванька там толкается? Да. Че, все на кразах поедут? Ну, поехали все поехали на кразах. Поехали все на кразах, ну. Что-то я тут накидал этих машин. Проехать не могу. Все на 11 номере, короче. Чё, Дим, считай. Да, Димон. Давайте на 3. Раз, два, три. О, все вместе стартанули, смотри. Все уже приноровились. На крабах. Да что там, блин, всей кучей идем. Проще вас, наверное, отпустить, чтобы кто-нибудь улетел, а потом проскочить. Ой, а что-то нифига вы там дали-то, парни. Я вас только тут и видал, вы что-то друг с другом. Ой, Ваня, ты что-то в беспределе, что ты хочешь. Моя березочка. Это ты меня спецом, да, вот ты березочка? Да. Сам влетаешь, меня теперь не было, короче, взял толкну. Злодей. Это... Давай. Витя, когда мы играли с Витей, он постоянно брал техничку, она самая тяжелая. И как даст кому-нибудь, так машина аж улетает. Димон опять улетел. Мустафа-то дорогу знает, Мустафа по ней ходил. Профессионал. Сразу видно. Эх, Ваня, вот ты вообще злодей. И сам уперся, и меня упер. Вообще вот. Дай проехать. Че, вообще машина не видит. Я вообще вас не вижу, где вы там есть. Ванька сам в этот тоснул, херачился и меня подтянул. О, кто-то летит. Я? Давай уходи, сейчас ты врежу. Ладно, мы тут оба. А мы тут, ну, я у Вани на хвосте. Я постоял, подождал. Да что ж, где мы там мы даже не видим.
я пошел на мост. О, пошел, меня тут закинуло. Потихонечку надо подписывать. Блин, у тебя. О! Где вы там есть? Я опять убрался, короче. Куда? С моста на бок. Давай обратно в гараж, чё. Давай. Попытка номер 300. Темно, да еще Ваня бодается, да? Ваня вообще бодается в наглую. Надо штрафные санкции вводить. Я в гараж не буду. Дополнительный круг, короче, для Вани. Вот мы сейчас уехали, пробую еще раз вернуться. Нифига. Да бывает такое, я тоже долго мучился с этим делом. Нифига не мог вернуться. Я ради интереса возьму притон. Притона? Да. Вон Ваня на притоне уже. Че, Ваня не вернул этого-то? Не. Нифига не мог вернуть. Всех так вот прямо что-то это в душу запал. Идет хорошенько так. Кто, Грозец? Грозец, ага. А что такое? Пойдемте покурим, потому что ночь на хер проедет. А, может и день придет, кстати. Давайте, может, курнем в натуре. Ну. Я пока кругаля наверну, пока вы не пока выходите. Давайте кто? Раз, два, три. О, а что-то я вообще прям не поехал сразу. Задумался чего-то. Водила пока, наверное, проснулся. Ну, водила уже походил. Дима, лезет. Так, там береза, ну, береза подальше. Там береза. Ваня, блин! Блин, Ваня! Блин, все, я потерял скорость. Все. Я тоже потерял скорость. Колян, он в пиндюре, смотри. Давайте сейчас подниму. Вот это прыгнул. Ой. Вань, о, вот так вот, ага. О, давай. Бери моё. О, спасибо. Ну, поехали. И Ваня, вот, блин, Ваня, зажали, Ваня, ребята, как, Ваня как этот самый, блин. Лишь бы всех сдвинуть с дороги. Надеюсь, под тишка. Ну. Да вы догоните все равно. Таскань первая береза, моя будет. Блин, уже так намесили тут, пипец. Да. Кстати, вот смотри, тритон не хуже краза, как чешет. О, блин, из-за Вани тут все воткнулись. Смотри, Ваня. Надеюсь, пропускает. Все, Ваня дополнительный круг, короче. А вы где? А вот не скажем мы тебе. Где? Недалеко. Ты сам-то где? С моста свалился? Нет. Пытаюсь свалиться. Вау! Все, моя береза. Колян! Ну, прошел же нормально. Потом видос будешь смотреть. Прикол, я тебе тут вообще. Да ты пишешь, да? Да. Вы где вообще находитесь? Мы у нас тут гонки на мосту. Ого, вы уже на мосту, что ли? Да. Ну, да.
Я тут пристановился, вас встречаю, блин. Давай, давай, жди, жди, сейчас будем уже на второй круг, скоро пойдем. Мы уже к заправке подъезжаем. Блин, сейчас опять видео запишем. Я опухнул в конверте. Так ты сразу с двух карт пишешь? Да, я полностью без установки. О-о-о. Не, ну значит, я на перекур останавливал. А, не, ну там 40 минут вышло. 45. И тут сейчас еще. А сколько заездов? Посмотрю, уже? Сколько тут времени. Час 15. Ты, короче, решил на второй заправочке, я так понял. Я, да, я там попозже как-нибудь. Сейчас я тебя. Я жду. Не надо громких слов, Дмитрий. Я жду момент. Не чувствую, что тебя сзади толкают. Да есть, ага, потихое такое дело. Я думаю, что меня заносит туда. Блин, скоро херял за березы. Да я не березы сношу, блин. Ох, как красиво. Смотри, Колян чешет. И на этом на трамплине ровно прошел вообще. А я свечкой стал. Сколько можно же уже кувыркаться, Дима? Что-то свечка прикольно стоит. Колян, ух, я на тебя залез сзади. Не надо на меня залазить. Блин, я потерял тебя. Заскочил тебе на кунг прямо сзади, не видел? А-а. На видео такое. Из-за этого у меня получилось, что я все протамбанил. Ой-ой-ой, березка, 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 не надо березка. Чуть не убрался. Колян уже за поворот ушел, е-мое. Да я уже лужи проскакиваю, ну. Да, так я тоже лужи проскакиваю. Я тебя вижу, мигалки твои, ну ты там за поворотами скачешь. Я вот ушел, когда наскочил тебе на кунг туда. Ага. Еще и потом соскочил с кунга и воткнулся в дерево. Вот это я вот тут потерял как-то. А, я вон уже в озере. В реке. В речке, ну. Я вижу где-то. Вот он заправки меня подождите. Ой, что-то ой, меня развернуло. Блин, да что мне. О, сипеть. Сипеть начинает. Ой-ой-ой, Димон! Да, блин, вот узковато немножко. Да, есть такое. Да меня что-то боком поставило прям посередине дороги. Я пока разворачиваться думаю, как бы тебя бы не встретить, и ты тут вот оно. На мастере шел бы, снес бы меня и не заметил бы. На техничке я бы тебя перевернул. Техничка, если бы в бок воткнула, переворачивать на раз-два машины. Да елки-палки, что-то меня тут повело. Ух, давай, родной! Заправка, заправка, заправка! Вы уже на заправке, что ли? Да. Сейчас я подъеду. Поворот. Еще один поворот. Ну, Колян, одна ошибка и все. Вот она! Я-то поймал. Так ты где-то там что ли? Рядышком что ли? Я назад вообще опасаюсь смотреть. Вот, вот, ты лучше не смотри назад, а то не успеешь. Да, блин, они тут с графикой опять намутили, вот это мутня какой-то, туман. Туман, ага. Туман, ну жесть, блин.
А, я мучника нажал! И вот она! А, вот она! Ух, Димка! Блин, на заправке КамАЗ ехал. Хотел красиво боком КамАЗ стоит. Твою дивизию, блин. Как я отремонтировался. Чё там ты, где, Колян? Я за тобой. Я все в надежде тебя обогнать. Надейся, надейся. Надежда умирает последней. Вы уже по асфальту едете? Нет, еще. Но где-то рядом тут. А вот, наверное, вот прямик пошел. Сейчас я оглянуться успею, наверное, на Коляна. Да я за нет, это еще не там, это, там, еще, там, это да. Еще не прямая. На прямой, вот на прямой надо будет оглянуться. Где-то в Колян. Я тоже сейчас как-то боюсь оборачивать. Вот она прямая. Сейчас я на прямую его поставлю. Оп. Ага, вон Колян, я вижу тебя. Я буквально вот за поворотом. Поворот аккуратнее надо вот радиус полтора. Ох, 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 нет, 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 нет. Давай, 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 давай. Поймал, поймал я его. Так, теперь бы он на мост бы не промахнулся. Да, сцепление с асфальтом, конечно, вообще никакое. О. Так, вообще, такие качели тут раскачиваются. Все, я уже нормально прыгаю. А, и Колян сзади уже. Давай, ходу, я встал. Колян, нельзя угонять! Как так вообще? Я в самую жижу тут влетел. Все, сделал меня, походу. Я надежду тебя обогнать. Я лег. Все, сделал, да, сделал. Смотри, смотри. Прям вырвал, вырвал победу. Ха! Есть, я это сделал! Да, вообще на ровном месте ты меня тут. Надо было. Я прям нырнул там, где КамАЗом прокатал колею. И все, у меня до первой передачи все скинуло. Вообще жесть. Нормально. Ну что, все-таки попробовать даже сделать на техничке-то. А я перевернул свои красавицы. Я, наверное, попробую вот этого козлика, на котором вы катались. На тритоне? На тритончике, ну. Нормально он чешет, я тебе скажу. Ну, я так заметил. Бодренько идет. Ну, по скорости он не хуже сразу, как бы. То есть в скоростном режиме он как... Да они все, мы тут равняли их так, чтобы они все были в одном скоростном режиме. Уже на старте даже колье прокатывает у меня. О, Ваня на Татру опять сел. Ну. Так, ну один подальше держаться. Да, кстати, меня бойтесь, я чуть стукну, вы улетите сразу. Что-то ты, Ванька, там вылез прям. Ванька кощунит. Ну что, считайте, кто считает там? Давайте на третий сигнал. Раз, два, три. Так, а Димона подальше. Поставьте, ну я первый ухожу. Блин, только попадает в грязь свой, я последний. Давай. Ты чё бодаешься? Кто? Ванька опять таранит. Я никого не пытался. Да ладно, бортанул меня тут наглый. Тут есть такое. Так, как бы тут попасть. Блин, свою же колею попал. Блин, техничка такая здоровая. Танки заказывали. Ну что тут уже на повороте раскатали, бандиты?
Во, Ванька-то вообще на Татре умотал вперед. Да ладно, Ванька сейчас до первой березы. Пиши пропало. Вон, мы его уже догнали. Ух, тут моя машина стоит. Ой. Ух! Вот от тритона еще вот у него он коптит вверх, вообще прям напрягает аж. Плохо дорогу видно из-за этой копоти. Татра такая же. А у Татры, наверное, тут одна труба, а у Тритона, по-моему, две, да? Нет, у Татры две трубы. Да это видишь, сейчас это сейчас графики опять намутили. До этого-то нормально было. Видишь, они сейчас такую размытость сделали. Размытость, как полутуман какой-то непонятный. А. Чё, кто где-то что-то, блин, Коляна я видал. А вон Ваня передо мной поднимается на бугор, я вот тоже снег. Я уже по мосту. Мы уже на мосту, я в начале, Ваня, он уже в конце практически. На мосту тоже надо ровно вот ехать по одной половинке, и вообще он нормально, скорость не теряет, как бы. Ух, парни, догони я вас. Надо. Ваня на заправке уж там-то. Но. Да ты че ему встал там-то? Я заправился. Ну да, грязи мы тут уже навозили, мол, она не горит. Опа! Ты чё опять бортуешься, Ваня? Я еду ровно. Да ладно. А в горку, бочин, да. Бочин у меня долбанул, блин. Я, говорит, ровно еду, все ништяк. Нет, КамАЗа мастера подальше бежать, блин. Да, Дима-то если бортанет, то где-нибудь в березках, в сосенках придется себя искать. Дима, ты меня видишь? Я? Да. Стараюсь видеть всех. Вау! Все, я потерял город. Я и Колю потерял. Это ж хорошо. Ничего, скоро березы пойдут. Наверное, надо Димону убежать. Ваня, до свидания. Я Ваню сделал на повороте. Я в березу вошел. Но единственная проблема, я на первой заправке не заправился. Колян опять нас так сделал. Ну. А подождите вы еще ехать и ехать. Блин, Ваня там где-то прыгает, непонятно. Сзади уже на меня там сверху запрыгивает на мастера. Мал-мал да удал. Мал клоп да вонюч, говорят. Дима, двигайся. Обогнать не могу. Все, будем твоими правилами. Блин, у меня бен закончилось! Да ладно! Вот это да, вот это номер, парни, я обсох! Я речку прошел. Так я видел тебя на том берегу. Все у тебя что? Сухой. Да, у меня соляр, он сухой. Передо мной встал. Сухой! Ладно, гоните там, я возвращаюсь в гараж, так бы чё.
А ты по встречке езжай. Ты, Коль, заправился? Я ж с тобой на заправке заправлялся. Да. Вот это я дал, бляха-муха, а. А так красиво шли. Да не говори. Вообще, пипец. Надо было вот так вот, вообще, я, считай, Ваню сделал, вторая позиция, ё-моё. Пили себе, да пили спокойненько. Я вообще, Коль, не вообще не вижу. Да он на повороте там заходит, на заправку, на вторую. А ты как раз, вот я сейчас карту смотрю. А-а-а. Ты где-то рядышком ты. А-а-а. Все, ты уже в лес ушел. Я в лес ушел. Да, блин, поворот. Вот, кстати, сейчас у меня этот брызгалик оторвался. Вот реально брызгалик оторвался. Вот же заправка. Да конечно, я вижу, что она заправка. Мне смотри, сколько не хватило. Считай, длину карты мне не хватило целую до заправки. Как я так? А-а-а. Нет, ну по идее должно хватить-то. Странно. Ну вот на мастере. Не-не-не, в мастере, по-моему, когда появляешься, в мастере самое меньше всех бензина. Да. Так у нее и бак больше, по-моему. Ну, он тяжелее, у него расход больше. Нифига, вот я сейчас иду, 30-ка у меня расход, а на мастере там 40-кет, весь 40-кет расход. У меня 18 расход, 19-20. Не, ну я вот до талого на гашетке иду, у меня 26-30 расход идет. А я что-то не обращал, сколько расход на техничке. А на техничке 40-кет, вот мы сейчас предыдущую карту играли, в газ топишь, там 40-кет расход идет. Так вообще прикольно вы едете. Сделали, кстати, сейчас вот эта стрелочка, по-моему, лучше как-то шевелится, показывать даже как бы вот с наклоном, что она идет. Раньше просто, по-моему, стрелочка шла. Ну. Почему брызгалик оторвался, но не улетает? Потому что он не отлетит. Да? Это косяк, это баг небольшой такой. Это либо с костями проблема. У меня тоже на УАЗике такая проблема. Это либо с костью, либо я не знаю, что там. Я уже вот-вот на асфальт сейчас выйду. Уже вот, поворачиваю. А мне далеко до тебя еще. Ух! Еще и вложился в поворот, чего я от себя не ожидал-то. Сейчас главное с моста не навернуться. Ух! Ага, я вижу, ты вон летишь. Боже, поворот по силу вошел. Ну, Дима там вообще на УАЗике гоняет. Я на ментовском. Не, ну у нас-то текстура обычного. Ну да. Ать, страшно? Страшно, конечно. Нифига себе, задние колеса в воде были. Все, я застрял. Опа, а я финишировал. А я застрял. А, ты прям тоже по центру прыгнул туда. А, я тот раз, меня вот тут, кстати, Колян и сделал в этом месте. Обогнал. Так. Что-то я стрял. Так, ну... Ты же финишировал? Чё, на чём бы... Я, да. На чём бы садануть? Я всё-таки на техничке всё-таки ещё кружочек могу. С удовольствием. На техничке? Ты заправиться так и не забудь. Да-да-да, ну на этот раз-то уж полюбаться. 200 литров тут в баке. 1000 бак полный, а 200 заправлено. Так, а я на тритончике. Не, я не на тритончике, я на этом. Как он? Как он? Пересесть? На крайзике. Ну, Ваня вообще на дефолте приехал. Ты че? Ты эту машину можешь сразу ее оставить где-нибудь, там, я не знаю. Ваня тут. Раллийный автомобиль. Блин, ты бы еще на УАЗике поехал. Ну да, на велосипеде. Я еще думал, на велосипеде был бы
Ваня, ты с мастером не справишься вообще, наверное. Он вообще такой плывучий. Он на, в дрифт идет на раз-два вообще на ура просто. Да, я знаю. Там надо именно в повороте выруливать его, конкретно ловить. Но, Таки ман такой же. Ман вроде более управляемый, мне кажется. Не, ман он управляемый, да я не знаю, вся техника управляемая. Я говорю, тут надо именно работать, вот газ, газ-тормоз, руль, газ-тормоз, руль, и все, и нормуль тогда. Сейчас, секунду, я верну машину. А то я в нее уже врезался раза 4. Так, я в гараже подремонтирую, а то он у меня покоцанный стоит. На мне, блин. Я уж не знаю, какой здесь там. Вот злодей, а. А ну, в принципе, тут твоя-то колея на старте не раскатанная еще почему. Ну. О, вот это я прикурился сразу на 700 очков. Отремонтировался, называется. Козла, что ли, вставил? Ну. Нормально. Ну чё? Ну чё, раз, два, три, поехали. Ой, я уперся опять в козла на старте. Ну да, расход у него тут прыгает, такой нормальный. Сорокет 42. 39. Я говорю, он 40 кушает. 42 вот я напомню. Ваня, не надо вот это вот так вот резко срезать угол. Ваня, опять он на таран идет. Да не, я думал, зацепит, вроде не зацепил. Все, его развернуло, не? Нет. Я специально грязь играю, чтобы не... О-оу. Доигрался, блин. Все, Ваня, ты третий. Я третий. Да, блин, пока выйдем, что-то грязи. Может, где-нибудь там будет за поворотом. Это реально, смотрите, не едет вчера. Кто не едет? Чё не едет? Это руки у кого-то кривые просто, и все. Ездить не умеет. Права надо, Ваня, покупать. Не покупать, а сдавать на них надо. Не, надо просто ездить под тарифана данными, ребят. Пол морды нет. Вот Димончик там сзади поджимает. Что это? Ой-о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 й-
Блин, я только Коляна делать начал. Ну давайте, ладно, в гараж, чё. В гараже восстанавливаемся. Блин, только я вообще уже стал супер, супер первый. Я что-то с поворотом промахнулся, в воду пошел купаться. Да, Ваня, короче. Что ты там так далеко назад-то уехал? Чувак, кто считает? Давай. Это Ваня, ну-ка выровняйся, ничего ты там упер. Давайте, раз, два, три. Ой, что-то я на газ-то не нажал, ёлый палок. Раз, два, три, посчитал, и все, поехали. Вот, Коль, опять ко мне прижимается. Да ладно, это ты вон, смотри, что чудишь, режешь прямо перед капотом, в наглую. Да? Не заметил. Да ладно. Главное, короче, это, за мной замечаешь, а за собой, ну, ни в какую. Опачки, я ушел в березки. Блин, я только в ту сторону стал подстраиваться, как обогнать, и ты там, Колян, встал. Да я там в березки, короче, воткнулся. Ваня что-то там что-то забуксовал. Поймать не могу. Дорогу паровозу.
Вот тут я перевернулся. Это что, это я третий, что ли? Ладно, едь ты, едь. Блин, Ваня, ёкарный бабай. Димка. Всё, ну вообще жестяк. Вообще виноват Ваня, короче. Так, пока я виноват, надо бежать. Бежать. Ты что, всё совсем стал? Блин, хотел подремонтировать машину. Что-то нажал, всё. Значит, не придётся ехать. Ваня, с моста там не упади потихоньку. Да ладно, поздно. Не, ну вот эта карта прям вот с этими машинами вообще тема, в смысле. Ребят, кто-нибудь вытащите. Чего ты там, где с моста? Ваня дальше, кувыркнулся. Дальше в моста кувыркнулся. Давайте восстанавливаемся. А зачем восстанавливаемся? Да давай восстанавливаться в натуре. Сейчас это все считай. Суть гонки потеряна. Как бы если бы командно бы играли, например, 2 на 2, то да, там техничка подъехала, подняла бы тебя, да? Кстати, вариант такой тоже, да? Да. Командная гонка по 2 человека, что нормально. О, Ваня техничку взял. Ёкарный бабай. Все, пипец, короче. Коля. Теперь Колян лучше к нему вообще не подъезжай. Тебя просто в кусты сейчас отправит. Ну что, на старт. Внимание. Да. Поехали. Ваня там прям сходу завелся. Ну-ну. О, что-то прям я застревать начал. Да. Ваня на старте нормально вроде уходит, а потом начинает косяковить там. Да, потом начинает. Сейчас он ее здесь завалит с бугра прям. Ну, он, по-моему, сам сейчас уйдет, по-моему, не? Не ушел он еще никуда там, налево, направо. О, что сейчас было? Это Дмитрий был. Не-не, я вроде далеко был. Кто поможет, и как всегда, видите, кто первый. Блин, точно Колян или делает, ё-моё. У меня оба делают. Ох, на прыжках я Колян тут сейчас сделает. А у меня база, короче, мне проще. Вообще, ну прям, глянь, как я так вообще клёво это видео снял спереду, как бы камеру развернул, когда мы что-то делали. А-а-а. Вообще клёвка получилась. Всё, я опять поворот. Потерял вас. А мы тут боремся за первое место. Блин, глянь, он меня сделал, ё-моё. Ладно, я мимо пойду. Блин, с этим трамплином мне тут вот не промахнуться просто. Только заправиться не забудь, Дим. Да, блин, это тогда обычно надо сразу на первый заправляться. Хотя вот некоторые, я говорю, реально, они, видишь, до второй дотягиваются. Я же на чем-то ехал, да? На мастере, что ли? Тут раз же ты на мастере прямо с Пашкой сгоняли. Да, на мастере я на второй заправлялся. Но. Ему хватило. Что-то, блин, да Паша под покой. Колян меня, по-моему, сделал уже. Ну да, я уже к заправочке под. Ну, тут не к заправочке, а техничку я проскочил. К мосту подъезжаю, вот сейчас подниматься. Верхом, наверное, лучше ехать. Там шкваришь. Ух, не уйдешь ты там с моста, что-то тебя там мотылять так стало. Да что-то как мотыльнуло разок, поймался вроде. А по тормозаж придумал трус. Ага. Поесть. О, я встал. Хоть не перевернулся. Я на бок лег. Да японский ты бог. Я встал, я еду. А, едешь? Да, я встал, говорю.
Во, я вот уже возле заправочки. А где там Дима? А, вон Дима спускается уже. Это в горочке, куда? Опачки, стояночка. Не, заправляйся давай, ё-моё! Вот, все, поехали. Поехали, 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 валим, 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 валим. Пока Дмитрий не догнал, надо сваливать. Ща. Одна ошибочка только и все. Ха-ха-ха. Блин, ну тут в натуре уже намешали. Вообще намешали на повороте. Такая каша. Ну что себе ты там дунул-то в горку? Офигеть. Нормально, у меня водила сзади бежит. Что-то я заправился, он вообще перестал ехать. Наверное, много заправил. Все, понятно. Одна ошибка. Ради ошибки не прощаю. Опять этот туман, е-мое, какой-то. Че, ну сейчас ночь будет, короче. Муки мне это сделали, непонятно, ни хрена, не видать. Блин, я заправиться забыл. Да нет, может, хватит. А ты на чем? Ты на мастере? Да. А, он на техничке. Тогда не хватит. Тогда может пойти. Мне не хватило. У меня пока 82. О, черт, побери! Вау! Пипец! Что такое? Да блин, меня как начало тут с этого вниз, с трамплина, как потащило. На колесах стоит? Ну нормально, нормально, да. Единственное, боком с деревьев ушел. Так нормально. Уху! Я по лужам чешу. Значит, далеко. Интересно, я далеко от тебя, Дима? А ты где? А я поворот скажу. Где мат стоит? Наверное, далеко. Конечно, я еще в дерево въехал. Вообще здорово. Вот, так я вот уже это, уже речку переплываю. Ого, чисто ты быстрый. Я сам не ожидал от себя такого. Не, Кразик все-таки тема. Да тут уже тема. Все вроде нормально. Я вот сам вот к Кразику приловчился. А что, дефолтная медленная, да, машина? М? Дефолтная, если здесь пробовать. Вообще медленная. Да конечно, ты что это? У них скорость, у этих скорость за полтинник мы, получается, тут едем. Скорость закрученная. А на тех, по-моему, там 30 с копейками. Да там, по-моему, даже до 30-ки некоторые не дотягивают. Блин, как там эти дела там? Нормально, бодрячком. Никуда еще не влупился. Да пока, слава богу, не дай бог. Ёкарный баба, я могу сказать. Ты все ждешь этого момента? Ну да. Надежда умирает последней. Я ну так-то, да. Вдруг фартанет. Вот я уже ко второй заправочке подъезжаю. Даже остановлюсь, заправлюсь даже. До полного. Покурить выйди еще. На заправке не курят. Ну-ка посмотреть, где там Дима по карте. О, так надо ехать, уже догоняет. Хватит курить. Вот он. Блин, темень, нифига себе. Ну-ка, Дима, посигнальте, может, услышите. О, слышу, слышу. Это я. Да? И я тоже. А ты тоже? Да что мне эти березы, блин, пронтает березы, блин. Четвертый берез. Карту сделали специально, чтобы не прощемиться было. То есть не переехать никак эту линию. Не стащу. Да, не стащу здесь. Давайте чуть-чуть соляр, чуть-чуть топливо.
Что-то на заправке хватило, вот? Я еще не доехал, я в дереве. Хватило. Нормально. До второй? А я, кстати... До второй хватило. Есть! 10 литров было. Остаток десятка была. У меня, может, она просто не ремонтированная была. Я ж на ней до этого катался. Видимо. Ну я там, видишь, я сейчас педаль убираю, вот этот. Скорость здесь скидывал. Да каждый, я так думаю, скидывает, когда и нести начинает, и все. Не, видимо, она, ну, покоцанная была. И кушала очень много. Ну, расход 30. Компрессии в каком-нибудь цилиндре не было. О, асфальт вот-вот уже сейчас будет, выход на асфальт. Да, где завтра на поезд встану? Я уже на асфальте, ребята. А я уже. Эх, Димыч, вон летит так, ух! Ты не припоминаешь эту картину? Где-то я это видел? Где-то это я видел? Еще не все потеряно, подожди. Сейчас валенный приемом будем пользоваться. Это, ну это уже нечестно, взял меня в дом. Ой, Тимон, злодей, а. Против... Так бы я бы тебя бы обогнал, если против... бы ты бортовать не начал. Против технички не попрешь, да? Мне вообще не сдвинуть, она вообще любую машину на раздвоз выезжает. Вообще нормально. Где там Ваня-то? Я здесь. Ждем. А чё он у тебя чистенький такой? У кого, у меня? Ну да. Так ты же... Нет, у меня грязный. Не так сильно. Он же... А твой я вижу, что грязный. А, я, наверное, тебя обрызгал, поэтому я вижу. Ну так, у меня был грязный, а твой чистый. Ну чё, вы... Запись тормозим. Ну да, можно. Так что тормозить. Вот, ребята, смотрите видео, катайтесь на паках, пишите в личке. Все нормально, все работает. Все работает, поржали вообще всё. Великолепно. Самое главное, не подрезать никого. Все вообще... Веселуха тут полная на этой карте с этими машинками. Так что всем пока-пока. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Да. Всем пока. До следующего видео. Ой, здесь снежок разошел.